На этом участке работали базограном в такой жаркий период, где-то 2,5 литра, потому что понимали, что здесь осот, и он может навредить, разрастись, ну и так далее. И решили отработать. То есть есть растения, которые не погибли и начали вегетировать потихоньку, но они в таком достаточно слабом состоянии. Почему? Потому что соя все равно противостояла, закрывала свет. И когда уже начала как бы сбрасывать листья и как бы терять контроль, осот немножечко поднял голову, но плоды не дал. То есть даже, ну, может быть, не зацвел, получается. Осот не зацвел в итоге. Чего-то ему вегетации не хватило, потому что я смотрю, эти растения, они все равно засыхают. Может, как раз химия дошла. Я не могу сказать. Может быть, как раз это засуха. Есть вот растения, которые, они высохли на корню в итоге. То есть вот такой вот эффект базограна. Я вот еду и в разрезе смотрю, что есть такие растения, которые вот получили свою дозу пентозона, наверное, вовремя, и высохли. Такое вообще не часто бывает. Возможно, все сошлось, погода. Дозировка. Фаза. Ну, фаза, конечно, немножечко осот на тот момент перерастал. Ну, все равно неплохо сработало. Есть, которые вот действительно слабенькие держатся, обожгло их. Ну, так вроде что-то пытаются расти растения, но как-то неявно или получается явно. Зато соя чистая.